Обесточка не за горами. Уже с 15 июня на рейс, возможно, не выйдут трамваи и троллейбусы города. Причиной стала задолженность МУП «Саратовгорэлектротранс» перед поставщиками электроэнергии в размере более 5 миллионов рублей. Для спасения этого вида транспорта 10 июня правительство Саратовской области создало рабочую комиссию, призванную решить проблемы. По словам министра транспорта области, цитирую, «рабочая группа создана, пока никаких встреч и результатов нет. Мы занимаемся этим вопросом. Все успеем», — сказал региональный чиновник одному из информационных агентств Саратова.